Ну что, там Игорь, поехал? Поехал, это Андрей, Игорь. Поехал у вас. Пытается перелететь в фанбоксик, у него это практически получается. Второе ему дается практически без усилий. Три барспина в квотере, отсюда открывается прекрасный вид. Так что ребята, которые смотрят на попытку райдера, я уверен, вы видите все так же эффектно, как и я прямо сейчас. Тем временем идет закрытие. Опа, какой флэр! Понимаете, это всего лишь любители, а уровень катания у них совершенно не уступает профессиональным. Тем временем прошло уже практически половина твоей попытки. Осталось всего лишь 30 секунд. Игорь направляется снова закрывать стрит-зонку. Сил на вип, наверх на пирамидочку. Сибл на маленьком квадре, барпинчик в скат. Все возможно стабильнее. Крути, верти, вращение, брайки. Тем временем никаких сложностей у райдера не вызывает. Остается 10 секунд. Давай, Игорь, последний трюк в твоей первой попыточке. Очень надеюсь. О, какой баррел бока! Аплодисменты. Очень круто. Прекрасное завершение твоей попытки. А мы двигаемся дальше. А дальше у нас...